Microsoft 10 января прекратит поддержку Windows 8.1, после чего техническая помощь и обновление программного обеспечения больше не будут предоставляться, информируют в телеграм-канале Советского района. Если у вас есть устройство под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального выпуска, говорится в сообщении компании. Если устройство не соответствует техническим требованиям для запуска более актуального выпуска, рекомендуется заменить устройство на поддерживающее Windows 11. Куда сдать елку на переработку, можно узнать из телеграм-канала Кировского района. Столица региона продолжает проводить акцию по переработке хвойных деревьев. Чтобы елка обрела вторую жизнь, достаточно отнести ее без мишуры на контейнерную площадку. Сбор деревьев продлится до конца января. В Самаре силами одного из региональных операторов акция «Подарите елке вторую жизнь» проходит уже в четвертый раз. Для удобства жителей сбор осуществляется со всех контейнерных площадок. После переработки новогодние елки превращаются в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве, на даче или для обустройства вольеров, а также для благоустройства территорий. 14 января в субботу пройдет 8-й семинар онлайн-школы для родителей приемных детей. Психологическая травма и посттравматическое стрессовое расстройство, говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На занятиях психологи раскроют тему трудного поведения приемных детей. Узнать подробнее о школе и посмотреть расписание семинаров можно на сайте отказники.ру. Семинар пройдет 14 января онлайн с 11 до 13 часов по московскому времени. Принять участие в нем сможет любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке, опубликованной в телеграм-канале. Советы, как уберечь здоровье при резком похолодании, дают в телеграм-канале железнодорожного района Самары. Пребывание на открытом воздухе не должно быть слишком длительным. Одежду нужно носить легкую, плотную, из натуральной ткани. Желательно одеваться в несколько слоев, что создаст воздушную прослойку и сбережет тепло. Очень важно носить головной убор. Его отсутствие увеличивает потери тепла на 30%. Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение. На морозе старайтесь не стоять, а двигаться, особенно если ожидаете общественный транспорт. Если чувствуете, что замерзаете, зайдите в ближайший магазин, салон сотовой связи, согрейтесь, а потом продолжайте путь.